Всего 5 дней остается до 9-й встречи лидеров стран БРИКС в Сямэне. В этом году форум будет нацелен на содействие институционализации и систематизации экономического сотрудничества стран БРИКС. В Министерстве коммерции Китая заявили, укрепление торговли между государствами-партнерами – вот главный приоритет нынешней встречи участников объединения. По словам главы Международного департамента ведомства Джан Шаогана, у экономики стран БРИКС большой потенциал, который нужно развивать. Ставку предполагается делать на электронную коммерцию и сферу услуг. В этом отношении Китай со своей стороны намерен сконцентрироваться на строительстве портов и укреплении процедур таможенного оформления. По мнению экспертов, упрощение вопросов логистики и документооборота благоприятно скажется на сотрудничестве в рамках БРИКС.